Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 39. Первая машинистка печатает 10 страниц в час, вторая – 8 страниц в час. Как разделить между ними рукопись в 90 страниц, чтобы они закончили работу одновременно? Это значит, нужно разделить число 90 в отношении 10 к 8. То есть сначала 90 разделить на сумму членов отношения, а это 10 и 8, то есть 90 разделить на 18, а это равно 5, и потом результат, то есть 5, умножить на каждый член отношения. 5 умножить на 10, это 50 страниц должна напечатать первая машинистка. И найдем, сколько должна напечатать вторая машинистка. 5 умножить на 8. 40 страниц должна напечатать вторая машинистка, чтобы печатать рукопись они закончили одновременно. Запишем ответ. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.